Наш сегодняшний поход, все называют поход выходного дня, у нас поход понедельника. Хороший понедельник, да? Как ты считаешь, Макс? Не факт, что это факт, я не буду аргументировать этот вопрос. Ясно, лучше бы не спрашивал. Воняет, да, кто-то сдох. Тестирование селфи-палки. Нормально. На полберёзки отрезан, а. Она все равно сломана. Ага, теперь. Нехуй на нее надо было облокачивать. Да, но было подлиннее. Я тебе о чем говорю. А что ты меня? Тебя. А я не курю. Ну прикинь, что люди на работе, да? Ну. В офисе сидят. А ты здесь торчишь. До своей деревни, блядь, уже километров 7. До ближайших километров 1,5. Так здесь такое обилие яблок. Но вот эти по утверждению Макса какие-то не очень вкусные. Там у нас Михайловка. Ты был прав, да, Никита. Кисловато еще не дозрели. Вот эти хорошие. Блядь, ты здесь кубаны с лосей, короче. Там, у них где-то, блядь, 24 размер. Ладно, отключай, сейчас начнется не на камеру беседа. Так, мы сейчас идем вдоль Барковского леса. Идти нам еще километров, наверное, 7. 7 где-то, да? Вот, там какой-то безымянный ручей. А вот тут еще одна дорога. Она ведет к ручью Сорочий куст, который впадает в Раковку. Но этот нонейм ручей, к которому мы идем, тоже впадает в Раковку. Короче, здесь все впадает в Раковку. И мы пойдем в Раковку, когда до нее дойдем. Но мы почти дошли. Теперь нам предстоит последний бросок до нонейм ручья. До него нет дорог, поэтому придется форсировать свеклу по кабане. Сейчас происходит форсирование свекольных угодий. Главное не наступить на кабана, который как античный гедонист может бежать посреди поля, вставая на копыта, пожирать свеклы. Угу. Выбираемся сквозь заросли. В воде. Вон там впереди наш ручеек, да? Нонеймовский. Да, вон он. Ну тут вообще ничего не потому, дальше, помню, вода видна, а здесь даже воды не видно. Вот она. Вода. Перекуры переед. Там что, Макс, кабаны? Кабаны вот туда дальше. Бежим отсюда. За тобой где-то. Макс сало режет, чтобы я все не сожрал по одним куском большим. Он режет помельче теперь делает. А как ночь? Не даешь ты мне жрать два горла. Жадный ты, Макс. Тут, блядь, не в два, в одно влетает. Ведерками. Ладно, вечером у нас будет грибной суп. Кстати, надо вести онлайн-трансляцию. Потому что если мы поедим грибной суп, нас будет тяжело искать.
вот это вечерний суп. А, вот это ингредиент для вечернего супа. Я сразу кабана поймай. Кабан зачем съесть грибы? Ты что, не вегетарианец? Кабанятина с грибами, самая вегетарианская пища, между прочим. Сегодня в течение нашей дороги у нас даже девиз появился. Да? Это... Мы половину прошли. Угу. Могу пойти. Вообще по кайфу вот так ходить, да, когда вот никто не ноет. Да. Бля, здесь вот смотрим туда вот, да? А. Вообще, блин. Ну да. Не, мне надо, конечно. Я тебе говорю, лес живой, комбин, да. Да. Такое чувство, блядь, не в России живешь. Лес чистый, да. Ты слышишь, сколько мы лезли к этому лесу? Если бы здесь была какая-нибудь более-менее приличная дорога, здесь уже засрали бы давно все. Ну да. Блин, у тебя шишка, это тебе седина, что ли? Надо тебе сбрить. Что, вот седина? Да. Мы продолжаем блуждать. Продолжаем блуждать в местной Амазонии. Вот. Места очень классные. Нехоженые. Никем, кроме лосей. Воды у нас больше нет. Макса я уже съел. Сука, палец на контору. По задумке Макса мы должны скоро прийти в деревню. Пошли, хоть стоим. Должны там набрать еды, воды и незамужних женщин. Ага. Хотя там живет один день. Вот она. Кто она? Белка. Пошли. Чага. Итак, мы пришли на родник. Лесной родничок. Сейчас мы пойдем его исследовать. На предмет его пригодности для питья. Главное, чтобы он не оказался какой-то коварной канализацией. Вот тут набрать можно. Да, можно мыть. Бля, он кубок ваш взял с собой. А зачем? Воды набрать. Ну сейчас поставим лагерь, потом еще раз сходим. Вот этот чудесный целебный родник. Пить воду из которого, конечно же, нельзя. Потому что начинается он прямо под свекольным полем. Вот. И здесь течет все дерьмо, что льют на свеклу наши сельхозтоварищи. Едешь такой на машине, да? И хренак такой столб посреди дороги. Такой вот пейзаж открывается нынче нам. Лепота. Здорово, путник. Ты заблудился? Да. О, спасибо, путник. Так, что главное? Главное, чтобы в этой башне была вода. Так как мы находимся в местности, где нет ни речек, ничего подобного. Будет вода, будет счастье. Так как мы уже полдня идем без грана этой самой воды.
А? Да. Облом, зато здесь есть какая-то одежда. Ну вот, нашли дом. Нужно набрать воды, но, увы, вода здесь течет вот из этой штуки, которая была раньше у всех. Топор для нас. Ладно, пошли. Че по двору возите людей? Так. Поиски воды продолжаются. Пока безуспешно. Что-то забулькало. Никогда я не был так близок к воде. Не имел возможности ее попить. Тропа ведет дальше. Проходим. Сарайку. Щучек. Слышь? А? Тут походу струю надо будет ловить. Пока раздевайся. Сейчас будет купу. Да, думаешь? А из-за откуда еще есть вода может вытекать? Ну, может, кого-то в деревне. Здесь что, в деревне никого нету. Все ушли на фронт. Я нашел там один, типа, колодец, никого их попросил, что. Ну, а может, вообще вода набирается? Нет. А там шевелится, да? Ну, подойди, да. Проверка воды. Чего там? Ты прыгни, если плюхнешься, значит вода есть. Если шмякнешься, значит нет. Да, там вода на самом дне. Итак, мы пришли на место. Шикарное место. Кайфота. К сожалению, потеряна моя эта палка селфи. Надо новую спилить, срубить. Да вообще кайфота. После этого километража с хорошими нагрузками. Посидеть, свесив копыта. Сейчас чайку замутим, пожрать что-нибудь. Да. В итоге мы попрошайничали в двух деревнях, воду искали. В одной деревне нам из собственных запасов дали воды. В другой из водопровода. Спасибо этим добрым людям. Что тут еще скажешь? Да. Даже мат не хочется вставлять. Не надо. Обойтись лучше без мата. Здесь еще такое местечко классное. Вообще супер. Тихо. Травка такая благородная растет. Чего ты махру садишь? Садишь. Там, блядь, таракан, этих тараканов.
так наш сегодняшний ужин состоит из такого прекрасного супчика. У нас еще есть на утро. Ха-ха-ха. Ха-ха. Вот. Ну, в общем, вот такой у нас ужин. Отличный. Вот эта муха не давала спать всю ночь. Вот. И вот это. Тоже. Что нет, в смысле, не Макс. Упал. Упал? Муха упала. Да, блядь, он. Рожденный позу сейчас не может. Ну, вообще, спалось мало, но хорошо. Надо меньше пить крепче. Так завершается наш поход. Мы возвращаемся домой. Прошли, может быть, не так много. Макс, как думаешь, сколько мы прошли по километражу? Смотри, до Михайловки уходит 8, да? Ну, где-то так. И от Михайловки еще. Километров 20 в одну сторону. Неправильно. Ну, 16. 30. Не, в одну сторону. 20-24. Учитывая то, что бурелома. Ну вот, по бурелому лес прошли весь. Ну, блядь, еще 5 накинуть. Ну вот. По сложности участок оказался более интересным, чем по километражу. Ну лучше, чем все. Ну, в общем, да. В общем-то, этот край в сторону Михайловки, Новосиля, более интересный, чем наши нечаевские степи. Ну или корсаковские. Ну или какие-то еще. Вот так. На обратном пути можно зайти на пруд, омыть те леса. Вывод походу. Блин, надо сигарет больше брать. Во-первых. Во-вторых, воды за Михайловкой нет. Толковый. Тоже надо воды брать. Минус. А остальные одни плюсы. Так что твердая четверка. Прям вообще. С небольшим плюсом. Ну да, согласен. Да. Кроме сигарет. Мне как-то пофиг. На все остальное. Вот вода тут напряг. И все. И не смотрите Яндекс.Карты. Потому что половина дорог, сука, запахана. Я бы сказал без мата, то, что они запаханы. Но они, сука, запаханы. Дальше. Вот. Ну, в основном согласен. Кроме сигарет, мне как-то, говорю, параллельно. В целом, да, места там классные. Не приходилось там бывать именно в походе. Обычно как-то по другим поводам приходилось там обитать, болтаться. Вот. Места грибные. Но нет воды чистой. А если есть, это ближе уже к Раковке вода. Там непосредственно воды нет. Вот. Понравилось, что леса не загажены. В отличие от наших краев, где засрали уже, в принципе, все, что можно было засрать. Вот. Ну и в общем-то здорово. Надо повторить будет. Только сделать дугу побольше. И зайти на речку. То есть с учетом того, что воды в этих местах нет. Барговский лес и так далее. Можно даже зайти с двумя ночевками. Первый Киселёво. Потом до Махового, из Махового уже вообще непонятно. Нифига себе, у тебя планы. Ну да, может быть и так. Ну, в общем, вот как-то так. И жратвы брать меньше. В принципе, взяли немного, но все равно что-то на все осталось. Так.